Для кого эта книга? Данная книга предназначена для людей, уже знакомых с методом ДПДГ. Десенсибилизация и переработка движением глаз. Она идеально подойдет для специалистов, которые уже профессионально практикуют данную технику. Именно поэтому в названии фигурирует слово «профи». Книга также подойдет не психологам, а обычным людям, которые сами на себе пробуют применять метод ДПДГ. При этом подразумевается, что вы уже владеете азами данной техники. Возможно, вы уже прочитали мою прошлую книгу «Обнуление страхов. Самостоятельное применение метода ДПДГ», которую можно было бы назвать часть номер один. Именно поэтому в названии фигурирует часть номер два. Книга, которую вы сейчас слушаете, ну, либо кто-то, может быть, читает, также подойдет тем, кто не читал мою вышеупомянутую книгу, однако тем или иным способом уже обучился и практикует ДПДГ. Книга также подойдет тем, кто пока не практикует ДПДГ, однако хочет получить максимально полный объем информации, который сейчас в мире представлен по теме ДПДГ. При этом подразумевается, что вы уже знакомы с основным алгоритмом ДПДГ, с вариантами упражнений данной техники, безопасность, противопоказания, побочные эффекты и так далее. В противном случае вам будет непонятна данная книга, поскольку азов классического протокола в ней нет.